родилась-то я вот в 31-м году, значит, мне было, по сути дела, почти 12 лет где-то, вот. Ну, конечно, мы еще были маловаты, что там говорить. Не восприняли, знаете, что это что-то ужасное. Войну хорошо помню, помню военную Москву, конечно, все эти дирижабли, все эти прожектора над Москвой. А так вообще помню идущих немцев, пленных по городу по-нашему работали, много пленных. Я в 49-м году закончила школу. Вот, школу хорошо закончила очень, да. Вот, и выбор был, куда поступать. Вначале я не собиралась вначале в медицинский. Но так как я спортом занималась, меня уговорили, если можно сказать, из медицинского это самое, института. И я вот пошла на педиатрический факультет. Все 66 лет, по-моему, 66, наверное, так я как-то считала. Может, туда-сюда полгодика. Вот, работаю педиатром, не меняя профессии. Мне больше нравилось акушерство. Но так как муж-то военный, а там нужны только терапевты, педиатры всяких в гарнизонах, там не нужны акушеры. Поэтому я пошла по педиатрии на шестой год обучения. И так, как, так уже и пошла так педиатром. Ну и у меня полный контакт, взаимопонимание, так что детей люблю, и дети меня вроде бы любят. Я никогда не прекращала работать, никогда. Вот до настоящего времени, до сегодняшнего дня. Вы знаете, не делать людям плохого, не надо замаливать грехи, да, это одно. Жить по совести, как говорится, и радоваться каждому дню.